я сейчас тогда вот именно вот как бы кусочек своей молодости, оно чем, было в Советском Союзе хорошо? Потому что девки были моложе. И мы были помоложе. Вот. Конечно, тексты перебирались, потому что устное творчество было в основном магнитофонное. То, во что было гораздо. Я смотрю так, как мы эту песню пели. Поспели вишни в саду у дяди Вани. Можно певать? У дяди Вани. Поспели вишни. А дяди Вани с тетей Руни нынче в бане. А мы по вечеру гулять как будто вышли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелками не лезь под вперед. Все будто ты прешь. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А вместо вишен звучит веселый смех. Ребята, главное спокойствие. А ты кричишь? Тише. А там заметят, Миша, а ты кричишь? А ты заметишь? А ты заметишь? Мы отдыхом здесь дышим. Сказал с кошелками по-сельски Петя. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь поперед всех. Куда ты прешь? Или вишни в саду для диване. А вместо вишен один веселый свет. Будь дядя Ваня, молит тебе грудью в колхозной бане. В хорошей бане. На Марчигане. А мы скажем спасибо тете Груня. Дядя Ваня, дядя Ваня. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелками не лезь по пересе. Куда ты прешь? Поспеешь в саду у дяди Вани. А вместо вишен тебе веселый смех. Спасибо.